Сочи зацвели совершенно новые виды цветов. Ранее они не росли на курорте. Именно поэтому озеленители новый сезон назвали экспериментальным. На этот раз весенне-летний ассортимент разбавили биденсы, космея, петхоя. Эти цветы более стойкие, да и окраска отличается от той же привычной для Сочи виолы. То есть есть тяжелые растения с тяжелыми листьями, такими плотными. Есть очень легкие, вот как космея, они как бабочки будут порхать. А в общем, это такая будет концепция, знаете, веселая, нарядная, летнего сарафана. Что касается съезда, на котором мы сейчас находимся, с курортного проспекта, здесь традиционно мы высаживаем бегонию симперфлоренс, которая действительно очень крепкая, способна выдержать открытое солнце, которое вот здесь прям как сковородка у нас, да, и выращивает эту бегонию наш питомник декоративно-цветочной культуры, который находится на Мацесте. Высаживают новые для Сочи цветы не совсем обычным способом. В помощь – рабатка. В итоге клумбы получаются пышноцветные. К тому же этот особый вид цветника позволяет смешивать растения и демонстрировать новые сочетания. Не отстают от городских клумб и цветники, которые расположены в парках. К примеру, в Ривьере к лету обновили одну из достопримечательностей – розарий. Это и гордость, и украшение парка. Сегодня здесь яркими красками зацвели сотни роз. Ежегодно мы досаживаем еще здесь очень интересные саженцы, которые привозятся из разных мест, причем адаптируются к нашим условиям, именно к сочинским, потому что тут почва такая не такая благоприятная, поэтому в основном это розы из Венгрии. Летний наряд Сочи поднимает настроение, и это его главная особенность, считают и горожане, и гости курорта. К лету подготовились очень, очень прекрасно, красивые розы, очень красивые, а какой аромат от них, это вообще фантастика. Сразу видно, что город расцветает, цветет и пахнет. Такое огромное количество цветов, сумасшедшая красота. Сочи на сегодняшний день – это один из самых прекрасных городов. Приятно посмотреть то, что ухаживают за зеленью, поддерживают вот эту чистоту, и люди очень адекватно относятся к этому, тоже берегут, что немаловажно. Во все времена Сочи называли городом-садом. Такой он и сегодня. Соответствовать этому статусу стараются и в спальных районах. К примеру, этот мини-парк расположен во дворе многоэтажки на улице Тимирязева. Создали его сами жильцы. Мы хотим, чтобы наш дом красивым был, поэтому мы трудимся все, трудимся с утра до ночи. Вот. Бывает, что и в 5 встаем, 5:30. Вы знаете, может быть, это высокопарно, но я хочу сказать, я очень люблю свой дом. Я уважаю своих жителей. Наш дом хочет тоже красоваться на фоне нашего города, чтобы был такой же красивый, как наш город. В целом в Сочи уже высадили 500 000 так называемых летников, любоваться которыми можно будет вплоть до октября. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.